Конечно, поедет, пускай высветляют. И сейчас, а куда его? Сейчас Андрей, выбрал. Я вот так вот. Андрей будет вот ехать на своей машине, наверное, или на чем-то. Может, может быть, найду где-то. Маленькая стёклышко, посмотри. А оттуда он уже повезет. Подожди, вот, подожди. А то иди сюда, он попадёт. Держи его вот так, я сейчас подкину. Держи, чтобы не потерялся. Как вас поздравляете? Слава Богу, ваше молитвы. Да, Лена. Добрый день, слава Богу. О! Не комфортно, дискомфортно. Ладошки показать? Покажи. Ну все, где у тебя покажи? А крест покажи, крест на тебе. Вот она, рубашку растяни. Крестик покажи. Ну растяни рубашку-то, растяни. Пояс покажи. Растяни. Так, вот, покажи крестик. А? Не понял. Ну церковь идешь без креста, дуй домой и платочек бери. Без креста приходит. Я все рассказывал. Да, ну-ка иди сюда. Ну. Платочек где? Наслышан о вас, о ваших добродетелях. Что за крестик? Да. Мы же у вас что-то, что без креста. Спасибо, Господи, вас тоже. Да, молодец. Давай все посмотрим, покажи. Покажи, как еще есть. Вдвоем? Так, никто не заходите, сейчас ко мне подойдите сюда. А ты ведь встань, 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 проверь, тебе крестик показывает она. Вот такие кадры, ты смотри, смотри. Вчера Лана выходит, и со всех сторон шел, подойди сюда. А ты чего в саду мало ставил? Так, крестик, покажи крестик. Подойди сюда. Вот платье какое оно. Ну, смотри, у тебя как положено. Я вчера Василису хотел пример показать, как у нее. Сейчас возьмите курточки, вас сфотографируют все с вами. У меня фото с такими красавицами сфотографируются. Ну-ка, крестик. Ну и все, я вам просто покажу, вот у меня крестик. Смотрите, вот у меня крестик. Пришел какой-то. Вот. Ну вот крестик, вот он у меня, видишь его, видать. Так, меня с девушками сфотографируйте. А то у тебя скиньте эти шубы до себя. Давайте их останьте. Мне не раздевайся. Сейчас как ну, там, там топили, там жарко, все равно снимать надо. Сейчас не детство твое место. Замок не расстегивается. Замок сами расстегивается. А как ты снимать думала? Нет, я думала, что поздно снять. Нет, я думала, что поздно снимать. Это кто снимать его может? Ну-ка, видишь, иди подойди. Да, слава Богу. А как ты думаешь, что поздно? Дома там полская зубцы. Ну, там же жара такая, главное. Там натопили, стоять нельзя. А кто тебе надевал его? Нет. Ну конечно, проломанный там был. Надо скрепку. Тебе его не снять. Сейчас не снять, это скрепочку надо. А как, через голову снимать или как? Не знаю. А кто снимать может? Ну ладно. Стой, ну-ка сними тогда. Фотографируй. Замечательно у меня. Вот. Два года уже лежит. Все, получили снимки? Еще, сейчас еще. Заходим уже, молиться. Слава Богу. Все, заходи. Так, посмотрите, время-то, наверное, заходи. 2 минуты осталось. А дайте, заходим.